Я хочу путешествовать налегке. Сладко и горько, как улыбка на разбитых губах. Что такое? Ты разочарован? Разбойников не стало. Говорят, еще одна шайка повернула назад, едва прослышав о нас с тобой. Для того мы и проливали кровь, чтобы покончить с ними. Но теперь больше некого убивать. Разве что... Нет. Ну, думаю, нам пора прощаться. Ну, после всего, что мы пережили, так не годится. К югу от Меридиана есть плоскогорье, откуда видны древки. Жди меня там. Нил, а я как раз шла и думала, не заманишь ли ты меня в западню? Какой в том интерес? Из грязного разбойничьего лагеря все-таки никудышняя арена. Но это куда лучше. Тут есть драматизм. Ну, что скажешь? Попробуем убить друг друга. Стоп. Ты что, позвал меня сюда на поединок? До смерти. Только спешить не будем. Давай растянем удовольствие. Вообще-то этого следовало ожидать. Я... польщена, что ты так ко мне относишься, но... не хочу тебя убивать. Не спеши. Охотник против охотника. Жизнь против смерти. Подумай, как это здорово. Ты правда этого хочешь? Ты ведь не ищешь себе смерти. У тебя другая болезнь. Но я вижу, что этот мир в тебе нуждается. Я не понимаю. Драться не стану. Это мое решение. Хочешь, прими его, а хочешь, выстрели мне в спину. Вот значит как. Твоя последняя стрела ранит больнее всех. Нил, а я как раз шла и думала, не заманишь ли ты меня в западню? Какой в том интерес? Из грязного разбойничьего лагеря все-таки никудышняя арена. Но это куда лучше. Тут есть драматизм. Ну, что скажешь? Попробуем убить друг друга. Ну, раз ты настаиваешь, Нил. Настаиваю. Только... ты ведь такая совестливая. Не хочу склонять тебя к чему-то против воли. Особенно к смерти. Тут важна искренность. Ты очень заботлив. Покончим с этим. Закончится именно так. Да, это настоящая жизнь. Мы с тобой многому научились вместе. Последний урок получит только один.
Смерть! Смерть! Не переживай ты так. Я бы сказал, с первой нашей встречи я знал, что все этим кончится. Но если по правде, я думал, я сильнее.